не будет ядерного взрыва, не бойтесь ничего этого. Почему его не будет? Дело в том, что люди, которые сумасшедшие, как пытается утверждать российская власть или российское правительство, что человек, у которого находится ядерная кнопка в руках, является психически неадекватным человеком, эти заявления часто есть, они распространяют данную информацию. Я считаю, что люди с такой кнопкой, они не покупают себе недвижимости на огромные суммы денег, не имеют кораблей, которые стоят дороже, чем утопленная лодка «Москва» и так далее. Это слишком нехарактерно, как психолог это просто заявляю, нехарактерно.